Иркутске полиция разыскала мужчину, который подозревается в убийстве животного. Речь идет о нашумевшей истории жестокой расправы над бездомной собакой в центре областной столицы. Напомним, все случилось в мае этого года. Собака по кличке Пики жила со своими щенками на улице Грязнова. Их часто подкармливали местные жители и волонтеры. Но 13 числа неизвестный убил животное с особой жестокостью. Зоозащитники первыми забили тревогу и написали заявление в полицию. В правоохранительных органах под контролем прокуратуры региона началась проверка по факту трагедии. Наконец, людям в погонах удалось выйти на подозреваемого. Личность мужчины не разглашается, однако уже известно, что его даже не пришлось задерживать. В ходе проведенной проверки факт убийства животного нашел свое подтверждение. По подозрению в совершении противоправного деяния установлен местный житель. В настоящее время он находится в СИЗО и подозревается в имущественном преступлении. Проверочные действия по факту жестокого обращения с животным продолжаются.